решила надеть сегодня свой бантик, чтобы был завершенный образ. Ну так, чудю понемножку. А как, не, как правильно сказать, чудю? Множественное, ну, во множественном числе чудим, а одна не чужу, а чудю. Чудю, вот так. Пирожки. Мое тесто тут, оно уже и поднималось. А гляньте, как надулось. Надулось это, гляньте. И поднималось, и падало, пока меня не было. Ну ничего. Оно само обминалось. Вот. Само обминалось. Так, мне надо ручки так немножко. Ребята, отмеряла муку, не знаю, может и мало муки, отмеряла муку, взвешивала, 450 граммов муки надо на этот рецептик на мой. Весы, батарейка, Лешек купил новую батарейку, а она не подходит хорошо и отходит. И весы, то, я только сыпанула, и весы погасли, все. И я не знаю, сколько я сыпанула. И пришлось муку сыпать на глаз. И вот, наверное, немножко жидковато тесто. Ну, сейчас посмотрим. Жидковато, не густо, да? Так, ладно, не буду обтирать. Нормально. Ой. Ой-ой-ой. Тесточка, тесточка. Как я люблю тесточка. А, как оно пахнет. Я опять снимаю вам... Ой, сейчас чуть-чуть наклоню. Опять снимаю вам пирожки, ну потому что, ну, больше у меня не будет чего снять, вот. А так мы с вами поговорим немножко, да? О чем поговорим? Лешек, не, чуть-чуть жидковато, ну ничего. О чем поговорим? О погоде говорили. О непогоде давай говорить. О непогоде? Да. Не надо, а то она придет, услышит и придет. Муха. О мухах. Мух стало меньше, кстати. Да. Мух стало меньше. Вот так. Потому что погода такая на улице. Холодно, они не лезут в щели. А где Валя? Валя на улице. Я ее выпустила. Варюшку. Нашу Варюшку. Сейчас это мы накроем.
Я чуть дальше поставила, чтоб и меня же было видно, да? Я же тоже вот хочу быть тут с вами. Так, режем персики. А как же, я ж дощечку положила на стол, взяла нож и что-то у меня тут в руках. И они уже тут как тут, две красавицы. Так, идите, гуляйте. Ничего мне для вас нет. Ничего нет. Яблочко просто натру на терочке. Я сюда, наверное, сейчас добавлю прям крахмал. Яблочки. Так вот. Я думаю, хватит. Можно было и сахар добавить сразу, но потечет яблоко. Сахар уже будем добавлять в эту лепешку. Пирожок сразу. Вот так вот. Вот. Так, ну что, сколько у нас? Раз, два, три, четыре. 16 штук будет. 16. Хорошо. 8 с яблочком, 8 с персиком, да? Да? Ну, да, да. Ребята нашли, в общем, походили по городу, да, нет сканера нигде, вот, зашли в одно место отксерить хотя бы даже, вот, говорит, нет, уехала это, кто умеет ксерить, нету сейчас, уехала, ладно, пошли, на почту мы пошли. Пошли на почту, там нам отксерили. Вот, но сканера у них нет. Говорят, это большая роскошь, сканер для почты. Ну, понятное дело. Да. Не всем и не всегда нужен сканер, да. Говорю, а где можно вообще отксерить, отсканировать? Где вот вообще в Бетлице возможно такое где-то или нет? Она говорит, ну, так вообще нет, а зайдите в администрацию, просто попросите, да и все. Ну, мы пошли в администрацию, просто попросили. Вот зашла я в первую дверь в администрации. Спросила, попросила. Без проблем. Такие вот отзывчивые люди. Могли бы сказать мне, да иди ты, что ты сюда пришла, какой сканер, да? Спасибо большое. Спасибо большое-большое спасибо. Так, что-то у меня тут дырочка, что ли, намечается. Ну-ну.
сделали. Я все думаю про нашу Евочку. Девочка назвали Евой. Девочка, Евочка. Вот. Маленькая девочка, Евочка. Вчера Светочка нам прислала ее фотографию. Написала 2 800 50 сантиметров. 2 800. Потом вечером еще прислала одну фотографию. А сегодня уже прислала видео. Ой, я не могу. Я бы на него смотрела бесконечно долго. Да. Вот. И сегодня уже ее взвесили, но она, понятное дело, только родилась, была отечная вся, да. Вот. А сегодня 2 600. 2 600, представляете? 2 600. 2,5 пачки сахара. Я бы ее потискала. Все, Алёшенька. Что, обед? Нет. Пока только налепила. Сейчас вот немножечко это. Духовочка нагрелась уже. Так, девки, уйдите. Уйдите из-под ног. А то на хвост наступлю. Так, сейчас маслица чуть-чуть. И смазать, чтобы не сохли. Чтоб не сохли. Пирожочки мои. Не упадет? Не знаю. О! Я все думаю, чем бы Лешика озадачить мне на день рождения, чтобы подарить. Он мне обещал миксер подарить. Ну, миксер Ирочка подарила. Спасибо ей большое. Вот. Алёшику, наверное, задачу этим штативом. Блин, протекает вон, течет. Ну ладно. Ладно. Лёшика задачу штативом. Новым, классным таким вот. Это, конечно, не подарок на 60 лет. Но я не знаю. Не знаю, что захотеть. Я не знаю. Мне ничего не надо. Все, пускай постоит, чуть-чуть поднимется, и все, и в духовку. Так, поставила я свои пирожки в духовку. Вон они там блестят, блестят мои красивые. Немножко времени у меня мало,
Они у меня не очень подошли. Я вот их поставила, вот так вот приоткрыла духовочку, чтобы они немножко у меня поднялись. Стимулирую их, так сказать. Вот. Сейчас пускай немножко поднимутся, а потом закрываем духовочку и вперед. 180 градусов, ну, не знаю, минут 20, наверное. Посмотрим. Да? Звездочки мои. Где мои звездочки? Где мои звездочки? Вот они, звездочки. Ну что, Алешенька, что ты там? Одежда. Да что ж ты будешь делать? Нет еще. Все. Холодно, холодно опять, да? Не, надо. Вообще, что за жена такая? Не кормит парня. Ну ничего, 2 часа только. Сейчас пирожочки. Ты ж хочешь пирожочек свеженький с молочком? С простоквашей. Лешек мне Шкоды наделал. Своей ляпалкой этой. С этими мухами. Нашкодничал. Вот видите. Видите, что сделал? Новая тюль. И на самом видном месте. Вот. Не смотри на него. Ну как не смотри, Лешек? Это мне как вот, знаешь, по сердцу вот так вот. Прям вот. Как не смотри? Не знаю, надо попробовать заклеить этим клеем ПВА. Он когда высыхает, он такой прозрачный. Ну после стирки, наверное, надо будет их. Хотя, что их стираю на 30 минут быстренько, на быстрой стирке. Ладно. Шкодный ты, Лешек, шкодный. Вон, видите, как поднялись? Все, закрываем. Закрываем и пускай пекутся. Все. Все. Пирожочки мои скоро поспеют. Сейчас буду доставать. Вон какие красота. И хлебушек поспел. Вот. Гляньте. Хлеб вообще просто бесподобный. Просто бесподобный. Так, мартышка. Иди, тебе ничего не светит. Такое, он уже чуть подостыл, но все равно сейчас его накрою. Белый хлеб мы едим только утром. А в обед такой черный. Вот. Спрашивали меня тут про хлебопечку. Нравится мне. Нравится. Да. Ой, можно уже снимать. Неудачная у меня сегодня прическа. Наверное, потому что под дождь попала. Под снег, вернее. Вот я пеку хлеб, да, где-то с февраля. С февраля у меня эта печка. Уже больше полугода я пеку хлеб дома. Хоть мне и говорили, да ты не будешь на ней печь. Вот, 2 раза поставишь и будет стоять. Ага, а нам понравилось. Понравилось, и я вот сейчас пеку хлеб 2 раза в неделю. Черный и белый. Вот нам хватает, ну, на неделю, может, чуть больше. Ну, зависимо, по-разному. Может, чуть больше недели. Может быть, да не, раз в 10 дней это нет. Нет, конечно. Где-то в неделю, да. Неделю мы где-то едим. Вот. И мне нравится. И Лешику нравится. Мы уже вот... Мы сколько уже не покупаем хлеб. Вот с февраля не покупаем. Да, хлебушек вкусный. Рецептики замечательные. Просто отпадные. Вот. Да. И я очень рада, что у меня есть хлебопечка. Это не реклама, это просто от себя так вот. Да я же, в принципе, ничего и не рекламирую. Вот нас запугали с этим законом, этой рекламой. Ну, а что делать? Надо бояться. Надо жить и бояться. Вот, да.
Так что так. Кто хочет покупать хлебопечку, покупайте. А какую, уже смотрите сами. Знаете, что я вам посоветую? Почитайте отзывы. Вот есть как сайт «Отзовик». «Отзовик», по-моему, он называется, да? Там все отзывы. На что хотите, можете найти отзыв. Или просто наберите вот в поиске, какую хлебопечку купить. Вот. И все, и вам интернет выдаст отзывы, выдаст рекомендации там вот кто. Да. И это будет вот, знаете, потому что вот так вот посоветуешь, а вдруг попадется какая-то фигня. Ну, мало ли, да, все может быть. Какая-то поломка или что-то будет плохо печь. Вот, а потом я буду виноватая, да, крайняя. Нет. Ну, мне нравится. Моя мне нравится. Да. Говорят, что есть лучше, конечно. Может быть, есть и лучше. Пускай будет лучше. Но у меня такая, моя, своя. Я ее люблю. Так, скоро день рождения. Надо маникюрчик надо сделать ко дню рождения. Да, все-таки... Блин, как подумаю, аж страшно. Не хочу говорить, сколько мне будет лет. Не хочу. Да вы и так знаете. Так, пошла я доставать свои пирожки. Во, Лешик, шо, обедать? Да, да. Да, да? Да, да. Подожди. Глянь, какие пирожки. Да, класс. Глянь, пахнут. Я знаю, что пахнут. А вот этот, который я говорила, вот с дырочкой, ну ничего, нормально. Немножко протекли там. Ну, да, а ну как радость твоя. За пирожки тебе. Ай-яй-яй. Мой любви обильный. Так не нужно, и все. Дай тебя хоть немножко поснимаю, а то все я, да я. Что мне снимать? А что тебя снимать? Да? Да. Блин, 3 часа уже, да? 3 часа. Да и ладно. Пока пообедаем, будет 3:30. Да, все, да. Я сегодня спать не буду. Ну, молодец. Да. Пойдешь курей покурить. Да, я сегодня утром курей кормила, котов. Ну, не было дня. Лешек, да, Лешек немножко спинка у него прихватила. Бедолашка. Моя бедолашка. Что это у меня стоит, я потом вам скажу. Скажешь? Да, потом. Ладно, пойдем курнем. И... Давай, иди кури. И обедать, да. И обедать, да. И обедать. Все, как раз я сейчас сниму тебе этот пирожочек с противня, пускай остынет. Да. Тебе с персиком или с яблочком? Давай с персиком. Или оба? Оба. Не, оба много. Ну и тот и тот хочется. А они маленькие. Пошли. Давайте на уличку. Иди проветрись, иди. Ну, тут у меня вот, видите, банки еще. Ну, да. Все, вот эта вот тумбочка еще стоит. Будем, это все, что в тумбочке в этом ящике. Все, что было в тумбочке. Вот я его переберу, а половину что, выброшу. А что тут протекло вода? А где? Это... От этих, от помидоров, что ли? А, точно, наверное, от помидоров. Блин. Ну, надо перебрать их. Сейчас я посмотрю. Okay. А, от этих. Конечно. Я да, сейчас. Давай. Ладно, сейчас придется смотреть, убирать. Ну, это уже тумбочка, это все потом. Сейчас вот я использую эти банки. Вот эти и вон те еще. Закатаю в них пюре. Да, может, грибочки. Не, тут большие все банки. На грибочки, если будут грибочки, придется покупать. Ну, ладно. Вот, потом уберем тумбочку. Все вот это пересмотрю. Половину выброшу. А может и нет. Вроде все нужное. Да, я знаю, вы мне сейчас напишите, если год не пользовался,
Значит, можешь смело выбросить, да? Да. А вдруг пригодится? Ладно, не нравится мне моя прическа сегодняшняя. Ладно. Все. Пирожки отпадные. А, ну я вам потом покажу. Сейчас они подостынут. А потом, когда Лешек будет обедать, я вам разломлю и покажу внутри. Да что его показывать, да? Ну, вон пирожки, как пирожки. Вот, что его показывать? Сколько можно показывать, да? Ладно, девочки, девчонки, мальчишки, пока. До завтра. Завтра встретимся.